Ребята, всем привет! В этом обзоре хочу поговорить про еще одну интересную площадку в мире криптовалют, естественно. Это будет XX Platform. И давайте разберемся, в чем же суть данного проекта. Так вот, XX Platform представляет из себя многофункциональный кабинет с элементами инвестирования. И также тут есть трейдинг-платформа с набором аналитических инструментов и сервисом управления активами. Также вы можете купить XX Platform, при этом заведя вначале там аккаунт. Ну, то есть вам нужно, чтобы купить токены, да, завести свой аккаунт. Ну, про это я чуть позже расскажу уже ближе к концу видеоролика. Пока хочу продолжить описание, собственно говоря, данного проекта. Ну, понятное дело, что все рассказывать, что вот есть на сайте, я не буду. Расскажу про самое основное. Так вот, что важно? Важно, что, в общем-то, здесь, в проекте XX Platform, есть все лучшие разработки в одной криптовалюте. То есть, безусловно, мы с вами знаем, что биткоин самая популярная криптовалюта, но при этом у него есть масса минусов. Это и медлительность, и стоимость транзакций, и перегрузка сети. Вот, и, соответственно, поэтому биткоин не является сильно хорошим. Альткоины тоже, в общем-то, местами являются не лучшим вложением, поскольку они являются, в общем-то, довольно опасными, многие из этих монет. И что самое главное, что эти монеты бесполезны, что на сайте, собственно говоря, указано. То есть монет очень много, но, тем не менее, процентов 90 из них, в общем-то, особо никому не нужны. Вот, ну и мы знаем, что есть еще, кроме биткоина, проект популярный такой, как эфир. Вот, эфир, безусловно, очень сильно вырос. Вот, и именно поэтому вкладывать более логично в какие-то мелкие развивающиеся проекты, потому что на эфире вы сильно много не заработаете. То есть эфир вырос сейчас в общем за 1700-1800 долларов, и понятно, что он вряд ли вырастет там в 10-20, тем более там в 100 раз. А вот проект, который только появляется на рынке, как XX Platform, имеет, конечно же, гораздо больше перспективы. Но, тем не менее, важно понимать, в принципе, как же работает данная платформа, то есть, что вообще можно делать на этой площадке. Так вот, давайте расскажем, какие тут есть этапы. Ну, прежде всего, покупайте токен XX Platform. Это первый и основной этап. Далее, второй, это вы делаете Proof of Stake, то есть стейкинг, так называемый, и зарабатываете 240% годовых. Вот, и, соответственно, данный проект инвестирует в полученную криптовалюту, развитие проекта и создание трейдинг-платформы. Далее, следующий этап номер 3, это вы используете токен XX Platform на трейдинг-платформе, и данный проект запускает, собственно говоря, трейдинг-платформу, и получается, что таким образом мы видим мост между инвестором и трейдером. Ну что ж, идем далее. Четвертый этап, это вы получаете прибыль, проект обеспечивает вам безопасность и выступает, по сути, гарантом, при этом комиссия у него минимальная. Ну и трейдеры, конечно же, тоже получают клиентов и, собственно говоря, объемы для своей работы. Далее идет описание, собственно говоря, DPoS, то есть это, по сути, стейкинга. Вот, и что такое стейкинг? Это когда вы храните какие-то монеты, допустим, монеты XX Platform, и вы их, по сути, не трогаете, они просто лежат на вашем кошельке. И когда вы их храните, вы получаете определенную награду, допустим, там 7,24%, 8,91% и так далее. Также вы можете, конечно же, еще делать реинвестирование, то есть вы проценты, которые получили, можете, скажем так, доложить на стейкинг снова, что, безусловно, тоже является очень хорошим решением. Ну, а здесь идет далее описание, как купить XX Platform монеты. Ну, в принципе, для тех, кто в этом разбирается, особо ничего нового не будет. То есть вам нужно, собственно говоря, создать кошелек, указать сумму, которую вы хотите купить, перейти на сервис Coinbase, ну и далее с помощью какого-нибудь способа оплаты, какого-нибудь токена, вы приобретаете как раз таки монеты XX Platform. Все довольно просто и понятно. Ну и что дальше? Тут идет описание криптовалюты или пирамида, ну, вернее, даже сравнение, если быть более точным. Ну, те, кто думал о криптовалюте, здесь понимают, что никакой пирамиды не существует. Вот, и действительно, здесь мы имеем дело с реальным цифровым активом. То есть тут есть токен, есть блокчейн, есть конечная эмиссия, есть технология,
есть, естественно, что полная прозрачность. В пирамиде же всего этого не существует, есть только маркетинг, есть реферальные программы, и, соответственно, именно из-за этого пирамида рано или поздно разваливается, но криптовалюта, она как раз-таки существует и применима, в общем-то, в реальной жизни, и более того, становится криптовалюта все более и более популярной. Ну что ж, далее преимущество криптовалюты XX Platform, давайте разберем, то есть это прежде всего безопасность. Далее децентрализация, ну то есть в принципе это основа всех криптовалют. Далее актуальность, потому что проект решает многие проблемы, которые есть на рынке. Далее высокая доходность, то есть до 150% годовых. Далее у них есть халвинг, то есть у них продумана экономическая система, с помощью которой есть баланс спроса и предложения. Ну и также у них есть контроль, то есть контроль над токеном, который вы можете купить, передать кому-либо и потом, конечно же, и продать тоже. Ну что ж, далее мы видим экономику токенов. То есть токенов у них немного, всего лишь 50 миллионов токенов выпущено, да, на самом деле. Ну и, соответственно, часть из них это, в общем-то, токены для выплат в качестве стейкинга, часть это фонд разработчиков, часть это операционный кошелек, часть на ICO можно приобрести. Вот, и, собственно говоря, все довольно хорошо продумано, чтобы действительно было хорошее распределение, и, соответственно, это основная идея данного проекта. Далее мы видим дорожную карту, то есть, в принципе, проект достаточно молодой, но, тем не менее, он уже, в общем-то, заслуживает внимания, то есть, они уже запустили многие вещи, да, то есть, мы видим, что все это уже выполнено, да, то есть, все, что было в прошлом году и в начале 2021 года, то есть, допустим, запущен старт продаж, запущена баунти компания, то есть есть этап разработки проекта. Ну а далее, собственно говоря, будет, естественно, что добавление различных сервисов, в частности, аналитика будет, есть, конечно же, в общем-то, план выход на криптобиржи различные, добавление на CoinMarketCap и CoinGecko, вот, и, собственно говоря, в дальнейшем будет тоже разработка данного проект, будет участие в различных конференциях по криптовалютам и, соответственно, проект планирует развиваться и в дальнейшем. Ну и здесь мы видим также слова Юрия Драганова, это основатель проекта XX Platform, который занимается трейдингом уже целых 8 лет. Вот, и, соответственно, можете их прочитать, но я уже все это делать не буду. Опять же, таки, у меня все-таки общий обзор и сильно подробно все расписывать здесь нет большого смысла. Ну и видим также, что у данного проекта есть, в общем-то, и различные сотрудники, то есть есть компании, которые их поддерживают, тоже можно с ними ознакомиться. Далее видим, есть разные раунды продаж, то есть есть пресейл, есть этап ICO, и, соответственно, пресейл уже завершился, ICO сейчас проходит. Ну и далее видим различные виды ставок, тоже можете с этим ознакомиться, я вдаваться в подробности не буду. Ну и вот еще что важно, что есть статьи в различных масс-медиа, то есть вы можете прочитать информацию по данному проекту в различных СМИ, ну вот допустим открою ну, из статей, понятно, что все открывать нет большого смысла, да, то есть иначе видео сильно затянется. Вот, ну и тем более статьи здесь многие на английском языке, то есть он английский не знает, ему будет сложнее, конечно же, но с другой стороны сейчас есть переводчики, поэтому при желании все это можно перевести и в целом понять. Вот, поэтому, в принципе, на данном я этапе хочу уже подходить к завершению обзора. Единственное, что еще раз, опять же таки, хочу добавить, что у них есть свой кошелек, который находится на сайте как раз таки по адресу wallet.xxp.group. Вот, и вам нужно создать здесь свой аккаунт. Ну и далее, когда аккаунт у вас создан, вы уже можете приобрести токены. Опять же таки, для этого можете применить разные криптовалюты, такие как биткоин, биткоин кэш, эфириум, лайткоин, ну и также стейблкоины, DAI и USD-коин. Ну и здесь далее вводите сумму и, соответственно, совершайте покупку, то есть это все довольно просто и понятно, тут рассказывать детально нет большого смысла. В общем, проект интересный, проект новый, у него действительно есть уникальная идея, что не так часто встречается в наше время на рынке криптовалют, поэтому советую всем
ознакомиться более детально с XX Platform. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр и до встречи.